почувствовать себя орнитологом, провести исследование почвы и узнать новое о природе родного края. Юнаты Самарского областного детского эколого-биологического центра приняли гостей, активистов движения «Первых». Им рассказали о сообществе юных натуралистов, о его ценностях и традициях. Ведь главная цель таких событий – вовлечение и объединение. Мы стараемся, да, больше сотрудничать с движением «Первых», то есть объединяться, устраивать коллабы интересные. Стараемся вовлекать ребят, которые занимаются у нас регулярно, так и не занимаются. Вот, стараемся больше ребят вовлекать в тему экологии, поднимать уровень экологической грамотности ребят. Мы в первую очередь будущее нашей огромной страны. Вот, от нас зависит будущее светлое, хорошее. Все вместе поучаствовали в квест-игре. Ребятам предстояло пройти 5 станций и выполнить задания. Пересечь символическое болото, ответить на вопросы от животных, провести опыты с водой и сплести узлы. Я очень рада, что станция юнатов Самарской области объединилась с движением «Первых», и что это теперь такой большой и глобальный проект, объединяющий молодежь. Сегодня в стране работают около 1000 юнацких станций. В столице региона порядка 30. Они открываются даже в детских садах. Юнаты «Первых» помогают ребятам проводить исследования, создавать собственные проекты и реализовываться во всех сферах биологии. Экологическая поездка, она актуальна для всех. Естественно, чем раньше ты в нее включаешься, тем осознаннее ты подходишь к вопросам охраны окружающей среды и обеспечения там комфортных условий для себя и для окружающих, ну, естественно, для своей страны. Все участники квеста получили памятные подарки. Полина Чулюкова, Валерий Майоров. События.